Вспомнить детство предложили ивановцам организаторы фестиваля подвижных игр. В городском парке собралось более 2000 человек. Каждый смог принять участие в работе тематических площадок, освежить в памяти любимые дворовые игры и научить им уже собственных детей. Сложно сказать, кто был больше рад возможности поиграть – дети или взрослые. Конечно же, подвижные игры. Колумб-бомбатишь, едешь дальше будешь, резиночка. То есть мы им объясняем, показываем, ну, говорим, как это делали. Какие-то игры, знаете, по морю волнуются раз, а классики, резиночка, приходится показывать, учить их заново. Нынешним малышам по душе компьютерные квесты и современные гаджеты. Детей сложно заинтересовать играми на открытом воздухе, но организаторы уверены, ни салочки, ни классики не стареют. И стоит однажды попробовать, остановиться уже не сможешь. Нужно кидать шайбу и прыгать. Правил не заступать за линии, и чтобы шайба попала в клетку. Инструктор Николай Мишарин поставил перед собой цель сделать популярной игру «Городки». Правила незамысловатые, зато удовольствие игрок получает массу. Дополнительно сильные руки, точные броски и выносливость. А еще «Городки» – игра стратегическая. В этой спортивной игре 15 фигур. Все они у меня нарисованы вот здесь. Все фигуры спортсмены выбивают. То есть необходимо первый бросок выполнить с кона. Здесь вот кон у меня нарисован. Если одна фигура выбивается, один городок, то уже выполняет бросок с полукона, то есть уже ближе. И все городки необходимо из квадрата выбить. Важно не только участие, но и победа. В качестве мотивации организаторы предложили участникам выиграть сладкие призы. За лучшие результаты на площадках ребята получали купоны, которые можно было обменивать на мороженое. У ребенка есть где поиграть, то есть есть где призвиться, с детьми поиграть, то есть это тоже очень много значит, особенно для ребенка, пообщаться с другими детьми, это не всегда получается в песочнице у дома. Дальше нам понравилось. Фестиваль подвижных игр проводится в городе уже второй раз. Добрая традиция жителям города нравится. Если удалось заинтересовать детей чем-то, кроме компьютеров, цель организаторов достигнута. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.